Задержаны подозреваемые в хищениях из дорогих автомобилей. В марте этого года в Рязани злоумышленники похитили из внедорожника, который был припаркован у одного из торговых центров, $1300 США и 35 тысяч рублей. 12 июня были совершены еще два похожих по почерку противоправных деяния. В одном случае из салона дорогой иномарки похищено 20 тысяч рублей, во втором – золотой перстень. Примечательно, что владелец золотого украшения заметил, как незнакомец проник в его автомобиль и попытался его поймать, но злоумышленнику удалось скрыться. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили государственный регистрационный знак и марку автомобиля, на котором воры покинули одно из последних мест преступления. В тот же день оперативники задержали подозреваемых. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Предварительно установлено, что фигуранты при совершении краж использовали сканер автосигнализации. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и документирование других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.